Мы же видим каждый день в сводках, ГИБДД бывают аварии, где умирают люди. Убийца не обязательно человек должен там с мечом ходить или же с пистолетом ходить, стреляться и так далее. Если ты, не имея на то права, сел за руль, нарушая правила, человек умрет, ты убийца чистой воды, ты вот эту в категорию входишь, неужели вот эта вещь непонятна, лихачат, как попало, ездят по городу, и человек, как судный день человек за эти смерти будет отвечать? Ну как человек спокойно может, разгоняясь по улицам, сбивает людей, убивая человека, ты убийца чистой воды, это же убийца самый настоящий. Поэтому здесь хотелось бы вот потому что вот недавно разговаривал, 2 дня назад, каждый день человека в аварии у нас в Дагестане убивают. Эти же убийцы, они среди нас. Убийцы есть. Ты думаешь, ты сел за руль, и вот я соблюдаю правила, аккуратно езжу, но напротив вылетает навстречу человек ненормальный. Он убивает просто так человека. Ну как так можно? Зачем? Неужели нельзя так сложно правила соблюдать? Вот эта вещь хотелось бы братьев опять-таки предостеречь, чтобы были осторожными. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик.